Погода цієї весни не дуже сприяє прибиранню територій, але кладовища Димитрова уже майже готові до комунальних днів. Кожен день працює два маніпулятора. Практически по вывозу мусора. К сожалению, знаете же, как могила убирает, куча нарастает. Сегодня убрали, завтра опять. И вот так ведется. Кроме того, Борекс проводил чистку ям, куда сбрасывали мусора, и проводит дальше. По плану решили также спланировать дороги и отсыпать жженой породой те подъездные пути, которые в дождливую погоду в распутице. Окрім комунального, у прибиранні чотирьох димитровських кладовищ задіяно також ряд інших міських підприємств. К уборке кладбищ привлекаются городские предприятия. Это ВГСЧ, ЦОВ «Комсомольская», структурные подразделения ГП «Красноармейск Уголь». За каждым из шаг закреплено определенное кладбище, которое в преддверии гражданской панихиды, они оказывают помощь в уборке этих кладбищ. Вперше за останні роки вирішено провести озеленення кількох кладовищ. Задумано створити із кущів та дерев справжню живу огорожу. На кладбище Молочном мы делаем живую изгородь, высаживаем форзицию, спирею, дерн, еще садим хвойники. Кустов будет 800 штук, а сосен будет 30. Это только на этом кладбище? Нет, мы еще будем высаживать на Северном. Тоже живую изгородь, тоже со спиреей, дерной и форзицией. Комунальники говорят, что эти растения идеально подходят для нашего климата, а также потребуют минимум догляду, особенно полива. Кроме того, они будут квітнути по сезону разными кольорами. Например, на весне радуватимут око жовті форзиції, а в зимку – червоним и зеленым дерен. На кладовищах уже проведено великі роботи, багато ще й запланованого. На кладбище в течение понедельника-вторника был завезен песок, более 400 тонн на каждое из кладбищ, равномерно, ну, пропорционально численности захоронений. Дорога, ведущая к кладбищу Западному, был проведен текущий ремонт асфальтного покрытия. Напередодні самих комунальних днів на кладовищах ще встановлять додаткові контейнери для сміття та біотуалети. Втілити усе задумане вдається завдяки спільним зусиллям і депутатського корпусу, і комунальників, і різних підприємств. Нашли, пусть небольшие, пусть маленькие, но средства для облагораживания этих кладбищ, понимая важность этого мероприятия для города, который проводится раз в год. Спасибо предприятиям, которые откликнулись на призыв городского головы, на депутатский корпус, который выделил людей. Жителів Димитрова закликають з повагою відноситися до праці інших, не смітити на кладовищах та не ламати і не викопувати молоді зелені насадження.